Всем привет, с вами Сергей, который сейчас работает, траву косит. Андрей, который вынужден отдыхать, немножко ногу потянул, ходить могу, но больно. Жена с тещей готовят сегодня окрошку. У нас бабье лето, плюс 30 всю неделю. Это вообще как-то даже не естественно, да? Что неделю ночью плюс 22, днем плюс 30. Обедаем вкусно на даче. Ну и перед тем, как пообедать, немножко поработаем. Серега косит траву. У меня сегодня работает сильно большой нет. Буду сидя работать. Вчера приобрел я хобби у меня. Мебель дачная. Так вот, купил я вчера скамейку дачную. Дешево, сердито. Ну, проблема в том, что, конечно, скамейка, она сломанная. Ну, буду ее восстанавливать. Я уже начал еще вчера. Я, то есть, заклеил кое-какие детали на скамейке. Сегодня уже можно заняться покраской, так как те детали уже сутки прошли и они высохли. Так что сейчас вам покажу. Перед вами скамейка с магазина IKEA. 3 года скамейки. Купил вчера дешево, сердито. Люди продали, потому что через 3 года она у них стояла на террасе. Вот эти две поперечины просто провалились. Вы видите, как здесь качество дерева очень плохое. Я сначала думал заклеить, но это не способ. Просто снизу я сейчас пущу рейку, чтобы вот эти все поперечины могли лечь на рейку. То есть это вот один косяк. А второй дефект у лавки — это, конечно, ножка. Ножка клеена, и вот через 3 года клей рассохся, и мне пришлось переклеивать. Так что вот я вчера это сделал вечером, сегодня буду снимать. И тоже небольшой такой брак. Здесь трещина, она шла практически вот снизу и сантиметров на 25, и я также подклеил. Так что сейчас займусь ремонтом скамейки. Вот посмотрите, в каком она состоянии была, пока есть. Исправлю я вот эти недочеты и потом просто покрою сверху лазурью, спинки прикручу, потом посмотрите, что на этой скамейке еще можно пару лет точно посидеть. Так как я много занимаюсь столами, вот у меня есть такие части от икеевских столешниц. Спасибо за напиток. Жару, конечно, лучше пить холодный морс или горячий чай. А, вкусно. Короче, вот у меня рейка по цвету подходит. Осталось обрезать. И можно будет ее аккуратненько прикрутить. После того, как я прикрутил внизу дощечку, которая должна держать вот эти поперечины, видно, конечно, что цвет чуть-чуть отличается, но все-таки не так заметно. Единственное, что здесь, если так присмотреться, можно увидеть вот эту, где доска отошла. Плюс к этой поперечине я каждую дощечку прикрутил. Вот, смотрите. Прежде чем прикручивать, я просверливал сверлом, но все-таки в одном месте лопнуло, но это не так страшно. Главное, что эти шурупы держат рейку уже на основании, а это уже каждый шуруп держит рейку. Другая сторона, я посмотрел, вроде пока нормально. Я уже все приготовил, покрасил, теперь все стоит. Ну что, ребята, пока кофеек пью, я тут уже стол успел немножко промазать. Сейчас он
сохнет. Лавка тоже сохнет. Серега там занимается. Ну а Серега пока в это время моет бочку, поливает. И Андрюху поливает. О, вода какая холодная. А бочка-то приказала долго жить, кстати. Да. Может ее того? Жалко. Пускай она пока стоит, если мы что-то найдем другое и потом поменяем. Ну, вторую бочку так же. Там немножко осталось воды. Это Серега попросил немножко бочки сполоснуть, да, воды набрать, потому что жара стоит, дождей нет. Поливать надо. Скоро будет дожди. В среду будет. В среду, да? Ну, вроде как обещали. У нас вот тут, смотрите, свой небольшой такой тепличный огород. Помидорчики, огурчики уже вон вижу, можно сорвать. Большой, мелкие огурцы вон уже есть. Ну как есть, они все лето были, просто уже как бы сентябрь на дворе. Но в теплице пока огурцы и помидоры есть, это хорошо. Даже вот посмотрите, на улице помидоры краснеют. Хотя уже местами, видно, холода были до этого. Местами чернеют. Вот. Надо тоже это все убирать. Перцы, смотрите, вообще какие-то они такие поздние, только начали сейчас цвести. Это вообще что это такое? Хотя нет, смотрите, это что-то я не досмотрел. Это вот... А вот сам перец. Но мы их так высадили на улице, но они не успеют дойти, так как уже сентябрь. Вот цветочек, вот, смотрите. То через неделю уже начнутся холода, и уже все. Перцы погибнут от холода. Надо, Серега, бочки нам поменять, да? Бочки страшные. Да, вообще. Страшные бочки. Это да. У вас на работе нету бочек? Нет, я хочу под цвет домика купить. Есть наподобие бочки такой деревянной. Они из пластика сделаны. Вот они будут смотреться красиво. Ну вот я сегодня хожу, помогаю Сереге, потому что Серега выполняет основную работу. У меня так функции помощника сегодня. Достали еще одну бочку. Ту бочку, которая была треснута, мы ее разрезали болгаркой, потому что где трещина, там смысла уже. Наполовину, короче, квартиру поставили за сарай. Ну, да, готова лавочка с магазина Kia. А также она покрашена уже на раз. Ну и хватит, я думаю, что раза. Смотрите, здесь я рейку сделал. Ну, еще я усилил. Я сделал одну рейку посередине. Это уже, чтобы наверняка. Вот она, раз. Здесь два. Чтобы уже сидеть можно спокойно. И не опасаться, что они там... рейки когда-нибудь сломаются или просто вылетят. То есть вот поперечина и здесь поперечина. Но это еще не все. К этой лавочке, я сейчас покажу, есть еще подушки. Потому что у меня разных подушек на разные стулья. И скамейки целая куча, как говорится. Потихоньку набирается и потом уже комбинирую, где, куда, какая должна подойти или сможет подойти. Так что вот такой вариант неплохой. Для террасы, для дачи я нахожу совсем даже очень нормально. Серега. Тебе пока выздоравливай. Ты говорил про свою ногу? Ну, немножко, да, бывает. Поплакал? Нет, я терпел, мужественно перенося все невзгоды жизни. Давай, короче, до следующего раза. До субботы в баню поедем. А, мы же в баню едем, да. Смотрите канал, не переключайтесь. Поедем в баню. Все, давай, пока.